Не можешь, ты сломай! Ладно, да, я понял, понял. Сломай! Не хватит брусьев. Привет всем! С вами снова команда Patriots. И мы начинаем четвертый сезон. Мы снова в нескучном саду. Сегодня 5 марта. Ужасная погода. Ну, видно, надеюсь, ужасная погода, но, в принципе, народ пришел, будем тренить. Вот, что Саня скажет, Саня, что скажешь? Ничего. Саня ничего не скажет. Что вам скажу? Соскучился по подписчикам? Они тебя не видели давно? С осени? Нет, вообще не видели. Что это значит? Приезжайте, ребят. Будем тренироваться. Тут очень большой палец. Я не знаю, экран погас, поэтому я не вижу, что он снимает. Но он снимает, не волнуйся. В общем, какая у нас цель на четвертый сезон? На четвертый сезон у нас цель опять снова... Чтобы не заблокировали наш видео из-за музыки. Нет, это мини-цель, это задача. Цель прокачать меня, чтобы я снова попробовал опять попасть на обложку Манскалс. В прошлый раз я был близок, но не попал. Ты даже близок не был близок, как близок. Я попал в журнал. Это... Что основное нужно, чтобы попасть на обложку Men's Health? Нужно вкачать грудак и вкачать пресс. Поэтому в ближайшие полгода мы будем качать грудак и пресс. И все. И надеемся, что у нас получится. Мне нужен... Первое упражнение сегодня – стойка на руках. Для тех, кто не умеет делать стойку, делайте лягушку. 30 секунд ваша задача – удержаться в положении лягушка. Shall we begin? Сезон, четвертый сезон, Сань. Стойку на руках и лягушку вы делаете в суперсете с отжиманиями на брусьях, ребят. Поскольку по 10, но глубоких, видите? Вот таких вот глубоких. Если вы не можете пока отжиматься на брусьях, то отжимайтесь от пола или от какой-нибудь поверхности. То есть мы делаем суперсетах это. Слабак! Ну слушайте его, вы очень сильный. Вы все сможете, вы справитесь. Забудьте его слова. Просто нужно пересмотреть первые три сезона. И ничего не изменится. Все изменится. Ты просто потратишь несколько часов своей жизни. Но это изменит тебя, поверь. Просто посмотри и поверь. Саня, во втором подходе на брусьях сколько? Второй подход мы делаем, то есть стоечки отжимаемся на лягушку, а потом делаем 30 раз. На брусьях. Всем, вне зависимости от уровня. Не можешь, ты сломай! Ладно, да, я понял, понял. Сломай! Согнутыми. Потом мы их выпрямим. Я не должен откинуть назад. Если чуть откинуть, то пытайся вот как бы выстрелить их туда. То есть, вот, ты бери вот такая, на полную выше. Чтобы было легче потянуть. Подтягиваешься. Вот так, подводишь ноги. А почему ты не учишь смаха? Потому что смаха... Как в школе.
потому что слабо, я могу. Да. Но надо силой. А что, похоже на девочку по-твоему? Это Марина. А ты слабак. Сань, как тебе начало 4-го сезона? Вкусно, да? Вещай ему, пропишите, пожалуйста. Вкусно, вкусно. Вкусно ему. А тренить ты будешь? Вообще. Тренировки для слабаков. Ты слабак. Давай. Давай, 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 давай. А в конце 3-го сезона ты только пришел и не мог даже упор на брусьях держать. Да. А теперь скажи, ты слабак, да. Прям пальцем. А ты слабак! Нет, я его пью просто, я столько тоже треню, поэтому потом течение болёт. Тяжело. Нет, я допиваю его. Ты... Вот такая вот вышла первая тренировочка. Сань, почему мы ничего практически не тренили сегодня? Потому что у нас веселая музыка на заднем плане, мы ждем пиццу. Мы ждем пиццу, да, ребят. Не, ну первая серия 4-го сезона, новое начало, так сказать, мы раскачаемся. Саня! Даже Марине раскачаемся, я имел в виду, типа, ну знаете, будет движуха лучше, а не то, что. А не то, что мы станем больше. На это уже нет надежды. Вот, что? Каждые выходные нескучный сад, Москва. Время от времени будем ездить в другие города, следить за обновлениями на сайте Workout.su. Ставьте лайки, делитесь видео с друзьями, пишите комментарии, задавайте вопросы. Как вы уже поняли, в этом сезоне будет больше продвинутых движух. И я надеюсь, вам всем понравится. Что-нибудь хочешь добавить? Нет? Не будет продвинутых. И в конце. Будет. И в конце 2016 года выйдет фильм, да? Фильм, можешь анонсировать его. 31 декабря. Не забудьте. 31 декабря выйдет что-нибудь от Ивана Урганта. И от Вити. Так что следите за обновлениями. С вами была команда Patriots. До встречи на следующей неделе. Пока. Свидания есть. Ну что, дорогие девушки, поздравляем вас с наступающим праздником весны, с 8 марта. Желаем здоровья, счастья, успехов в тренировках. Всего, что вы себе пожелаете. Всех благ. Давай, держите. Хлопайте, хлопайте. Хлопатели. Как из варкаута сделать? Поздравляем. А теперь все вместе. Поздравляем! 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 Которые едят. То что ты только и жрешь. Потому что каждый, ты жрал в трейлере. Каждый раз, когда мы делаем хорошо упражнение, Тоша кормит нас пиццу. Да, ребят, приходите. Да, ребят. Тоша очень добрый. Очень добрый. Они уже пиццу хомячили. Не, ну блин, реально, вот Саня в последнее время приходит и жрет на тренинг. Вот как к этому относиться? Пишите в комментариях, как бы вы отнеслись, если бы Саня пришел на тренинг, вместо того, чтобы тренить с вами, жрал пиццу. Перфекто! Перфекто!